Друзья, всем привет! На связи Сергей Столбов, и сегодня важное видео. Это видео обратной связи о вчерашнем тренинге, который провел наш замечательный наставник Андрей Артурович Шаура. С каждым днем я становлюсь все сильнее, и с каждым днем моя вера в этого человека крепчает и крепчает. Я просто вижу, какую берет он ответственность на себя за все, что происходит с нашей командой, за все, что происходит с нашим бизнесом, за те результаты, которые сегодня имеют наши партнеры. У нас сейчас идет очень мощный тренинг изменения кода судьбы своего рода. Каждый человек может взять на себя ответственность и начать менять и получать в результате совершенно другие результаты, совершенно те, которых не было в его жизни, в его роде. Если люди всегда пахали и садили картошку, то они продолжают это делать сегодня. Если они продолжают ходить на работу, а так, как делали их родители. Так вот, Андрей своим примером, своей жизнью показал, что те люди, которые ничего не меняют в своей жизни, они имеют результаты такие, как у всех. Андрей же имеет сегодня экстраординарную жизнь с экстраординарными результатами. Это заключается в том, что он многоразовый долларовый миллионер. Это человек, который ездит бизнес-классом, у которого машины элитного класса, у которого сегодня международная команда, несколько тысяч человек в разных городах и в разных странах. Это человек, который сегодня запускает в мир новые продукты, новые компании. И несмотря на то, что есть проблемы коронавируса или там какого-то другой пандемии, несмотря на то, что есть проблемы, связанные с геополитическими действиями, военными действиями, у нас сегодня зона стабильности, у нас сегодня зона твердости, да? И мы сегодня прошли вот этот замечательный тренинг, у нас идет марафон. Марафон прошел уже под таким же названием, значит, изменение кода судьбы. И марафон идет уже 39 дней. А Андрей Артурович обещал, что он будет идти 42 дня. И вчера он подводил краткие итоги этого марафона. И вот для нас был большой сюрприз, что марафон не кончается. Потому что основная часть людей только-только раскачалась к концу марафона. Начали открывать рот, начали открывать глаза, начали открывать сердце и начали создавать определенные потоки, начали сами быть более уверенными, создавать ролики, быть более уверенными, значит, рассказывать о продукте, быть более уверенными и приглашать людей на наши презентации, на тренинги, да. У них начало меняться мышление, а мышление – это же наши мысли, это чертежи нашей жизни. Начала меняться жизнь, начали появляться доходы, начали появляться результаты по стройности, по здоровью. И это все буквально за каких-то 39-40 дней. Причем удивительным образом сложилось так, что некоторые люди даже не потребляли клеточного питания, потому что они его еще не получили. Но их намерение, их внимание было на том, чтобы правильно кушать, правильно делать зарядку, правильно питаться, правильно общаться, соблюдать рекомендованный режим дня и рекомендованные действия, алгоритм, которому обучает Андрей Артурович Шаура. И все это приводит уже сегодня к хорошим результатам. У людей уже появились доходы 35, 105, там 300, 500, 700, несколько тысяч долларов. И пример Андрея, когда во время акции его доход в сутки достигает 15 тысяч долларов, это более миллиона рублей, говорит о том, что здесь деньги есть. Здесь есть система, с которой стоит разобраться. Причем вся эта система построена на пользе людям, на продуктах, которые сегодня меняют судьбы людей. Меняют здоровье, меняют настроение, меняют состояние. Это так круто. Итак, первая часть тренинга была посвящена марафону, его результатам. Наш марафон, первая часть его подошла к концу, и он был направлен на создание состояния человека. Мы знаем, что в жизни результаты наши достигаются, получаются только в определенном состоянии. Когда ты в состоянии драйва, когда ты в состоянии энергии, когда ты в состоянии огня, когда ты в состоянии магнита, притягивать к себе людей, обстоятельства, события, результаты,
и менять свою жизнь ты можешь только, когда у тебя мощное состояние. Но мешать этому состоянию мешают внутренние тараканы, внутренние сомнения, сомнения окружающих. Меня мешает вот то, что нас вокруг окружает, да, изнутри и снаружи, сопротивление. Как убрать это сопротивление? Вот именно этому было направлено, посвящено первая часть тренинга. По-другому она, можно назвать ее как психологическая подготовка или как надевание бронежилета. И для нас было сюрпризом, что будет и вторая часть этого марафона, которая будет называться «Действие». Делай так, делай так, делай так, делай так, получай вот такие результаты. Вторая часть нашего тренинга была посвящена обзору рынка, новостям от компании. Андрей Артурович привел очень мощные выкладки о том, что многие компании уходят с нашего рынка, многие компании, такие как Coca-Cola, значит, Макдональдс и многие другие, а компании уходят, и мы посмотрели на это с точки зрения позитива. Хорошо, Coca-Cola травит нас вредными напитками, да? А Макдональдс травит нас фастфудом. А все то, что делали эти компании, нельзя назвать благом. Это, можно сказать, это то, что делало людей жирными, толстыми, ленивыми и неактивными, ну, естественно, больными. И у нас сегодня наша миссия – помогать людям быть более здоровыми, внедрять клеточное питание, чтобы люди знали, что можно сегодня выпить одну утром капсулу такую, до обеда быть бодрым, здоровым, энергичным и запустить весь свой метаболизм, запустить весь обмен клеток, запустить питание клеток так, чтобы они были здоровыми, энергичными. И самое главное, что результаты по здоровью наших людей, которые в чате номер 4, они говорят о том, что это невероятно крутые продукты. Просто у людей уходит давление, давление в норму, сахар в норму, кровь в норму, лимфа в норму, суставы в норму, кожа в норму, и энергия в норму, и сон в норму. Ну, я не знаю, что еще, все в норму. Короче, человек становится совершенно другим, преображенным. Это круто. Вот. И, конечно же, мы сегодня, исходя из вот того обзора, который делал Андрей, находимся в очень выгодном положении. Тысячи, если не миллионы людей теряют работу, ищут ее для себя снова, какую-то точку опоры, точку, где они будут в зоне стабильности или в зоне хотя бы надежности. Да? И мы сегодня говорим вам, ребята, посмотрите на Академию Успех Вместе. У нас сегодня деньги есть, зарплата есть, система ввода-вывода денег есть, система доставки продуктов есть. Если она раньше была 2-4 месяца, то сегодня она сократилась до 10-15 дней. Фантастика! Во время такого глобального международного кризиса. Это заслуга нашего наставника Андрея Артуровича Шаура. Человек пашет день за днем, день и ночь работает, и, конечно же, это сказывается на его, так сказать, жизни, на его состоянии. У него почти нет личной жизни, но зато есть жизнь в команде. Это очень важно. И то, что Андрей Артурович нас мотивирует и приглашает быть лидерами нашей отрасли, нашей команды, нашей компании, и приехать, получить личную консультацию, личную энергию, личную поддержку и призовое проживание 2 недели на нашей тренировочной базе на Байкале. Это невероятно круто и, конечно, это очень мотивирует. Благодарю, Андрей Артурович. Мы стараемся, стремимся, действуем. И в этом нам помогают те акции, которые запустила компания, ну шутка ли, на 43% больше баллов, на 43% больше, значит, денег, на 43% можно больше зарабатывать. Если ты зарабатывал раньше 100 тысяч, значит, будет 143. Круто. Мне очень понравилась та раскладка, которую выдал Андрей Артурович. Очень важным элементом нашего тренинга была та система работы, которая была проведена с партнерами о систематизации наших заказов, о том, чтобы правильно их оформлять, о том, чтобы сейчас вытащить из затора те несколько тысяч посылок, которые из-за неправильных оформлений скопились. И сегодня Андрей включил такую мощь, такую энергию, такую убедительность, но которую нельзя было не услышать. Ребят, либо вы их получите, эти посылки, либо они просто будут утилизированы. И это будет ваша, так сказать, ответственность. Поэтому надо брать и действовать. Я очень рад, что сегодня на тренинге была продлена акция. Акция нашего легендарного Бикардио, нового Бикардио,
и Лева, нового Лева, который называется Success Together, вместе, когда мы берем с вами одну, я утащил на кухню, одна пачка у нас будет Бикардио и две пачки Лев 8. Это как раз вообще невероятно круто. То, что стоит $250 почти, стоит почти $140. То есть намного выгоднее, намного интереснее. И самое главное, что я запустил такое видео, люди звонят и пишут о том, что Сергей, это интересно, это важно. Наша задача рассказать об этом как можно большему количеству людей. Дать попробовать, потому что новый Лев – это просто невероятно вкусно. Это конфета, которую можно дать каждому своему другу, знакомому, и ты не пожалеешь от того, что ты поделился с ним, потому что его ощущение будет «вау». То же самое и с Бикардио. Поэтому действуем. Я очень благодарен Андрею, что он продлил эти акции, что у нас сегодня создается вот это новое движение. И я очень благодарен Андрею за то, что он такой включенный, такой заряженный и такой искренний. И если уж он радуется, то радуется как ребенок. Если сердится, то сердится как океан. И если он отходчивый, то отходчивый, как вот солнце выходит из-за тучи. Поэтому я просто говорю спасибо. Я говорю благодарю, Андрей Артурович, за то, что ты делаешь, за то, что творишь, за то, что создаешь глобальную ситуацию возможностей для каждого нашего человека. А те рекомендации, которые были даны, пересмотреть все тренинги Андрея Артуровича с 11 мая, это очень важно, потому что это пласт за пластом распаковывает нашу систему, распаковывает подход к тому, как быть успешным человеком, как быть энергичным, как быть собранным, как быть человеком вне влияния внешней среды. Как быть самому автором и организатором своей жизни, жизни своих детей, жизни своего рода, потому что мы сегодня, здесь и сейчас можем переключить настройки всех тумблеров и пойти вперед по другой совершенно дороге. Не так, как наши родители жили, и не используя ту эстафетную палочку, которую они нам передали. Мы можем все перепрограммировать. И в этом нам помощь Академии Успех Вместе, и в этом помощь Андрея Артуровича Шаура, человека, который заработал более 500 000 000 рублей. Это человек, который создал целую команду долларовых, тенговых и рублевых миллионеров. Это ж круто. Это человек, который прошел огромный путь побед, ошибок и огромного опыта. Это человек, который сегодня вот просто всей своей жизнью, каждым своим днем, каждой минутой демонстрирует и показывает, как надо зарабатывать деньги. И каждый его звонок, и каждое его обращение, ну ты давай прибавь, ты давай, мы тебя ждем. Ты нам нужен в роли лидера, ты нам нужен здесь в роли делай бриллианты и приезжай. Это же мотивирует, каждый день мотивирует, по чуть-чуть. Но это человек, который дует воздухом волшебным в мои паруса. Я благодарю, Андрей Артурович, тебя за это. И я благодарен сегодня, что у нас идет марафон, что я услышал рекомендацию включиться в марафон по-взрослому, взять на себя ответственность и стать капитаном команды. Я сделал это. И моя команда сегодня двигается в этом направлении и создала ряд роликов, есть результаты, и люди говорят и благодарят, ребята, спасибо за то, что мы такие активны, за то, что у нас такая движуха. Я от всей души благодарю каждого участника нашей команды, нашего проекта, нашей системы, нашей Академии Успех Вместе. Ребята, мы все крутые, у нас у всех большие возможности, и давайте все вместе объединимся для того, чтобы создать вот ту великую цель, которую задал Андрей Артурович. $100 миллиардов за 2 года, потому что 100 миллиардов рублей, пусть будет долларов по оговорке, да, но это будет то, что принесет пользу невероятному количеству людей и создаст изменения глобальные у каждого человека, который будет сидеть за рулем и крутить педали. Крути педали, пока, друзья, с Богом. С вами был Сергей Столбов. С любовью и с благодарностью к нашей Академии. Успех вместе – это круто. Успех вместе – это мое. Удачи.